Минимум 6 человек погибли в результате обвала жилого дома в индийском городе Бангалор. На месте происшествия еще продолжается спасательная операция, поскольку под обломками могут быть люди. Сначала местные СМИ сообщали о взрыве газового баллона в доме, но позже эту информацию опроверг министр внутренних дел штата. Настоящие причины инцидента до сих пор неизвестны.